мне там место. Сейчас этот механизм будет 10 секунд шипеть, потом щелкнет, и вечность нам обеспечена. Дай мне Бог увидеть их глаза. Мишка, пирог. Все. Этот механизм придуман для того, чтобы фотокорреспонденты тоже иногда могли снимать. Ну, мы пойдем. Ему ведь тоже завтра на фронт. А нам еще о многом надо поговорить. Уезжает, с тобой разлучили. Черт тебя знает, понимаешь. Ну, так, а мы, Федор Игнатьевич, посидим до самого отлета, а? В основном, да. В основном, нет. Вы сейчас поедете на аэродром и будете ждать его там. Там вы будете с ним прощаться последними. А здесь я с ним буду прощаться. Я одна. По-моему, нас выгоняют, а? В основном, да. Да не в основном, а целиком выгоняют. Ну, не пойдем. Не пойдем. Нет. Коля, встань. Коля, встань же на защиту своих старых друзей. Эта женщина хочет нас разлучить с тобою. Да, хочу. Человек приезжает с фронта на 12 часов. Вы его встречаете. Потом он получает орден, вы его поздравляете. Потом провожаете. Довольно? Через 2 часа он будет целиком ваш. А сейчас убирайтесь. Эх, Коля, а когда ты говорил, что старый штурман, это лучше, чем жена. Это больше, чем жена. Это... Это было когда-то. Штурман! Что она в этом понимает? Это же не солдатская жена. Это ж не наша жена. Совершенно верно. Я не ваша жена, я его жена. В основном это не наша жена. Целиком не наша жена. Мишка! Честное слово, я сейчас тебя побью, знаешь? А что ты смеешься? Да ты смеешься. Да. Что ты смеешься? Что смеешься? Слушай, Миша, идти к черту. Ну, конечно. То, что нельзя сказать жене, говорят другу. Иди к черту, пошел вон дурак, ты мне надоел старый хрыч. А ей говорят только киса. Ах, как идет к тебе это платье. Ты говорил ей сегодня киса? Говорил. А платье говорил? Говорил. Эх, был, был человек, вдруг взял и женился. Ха. Коля! Твое здоровье. Эх, так и быть, и твое. Киса. Киса. Знаешь, а вот я здесь сейчас сяду, никуда не уйду. Был, был человек. Нет, ты понимаешь, женщина, которая знает его 4 года, выгоняет меня, который с ним дружит 15 лет. Ну ничего, я поеду к нему в полк и буду летать с ним и снимать с воздуха. Да, так, а возьмем? Меня? На Холхенголе я с вами летал? Ну, летал. В Финляндии? В Финляндии. Ну да, да, а все-таки взял. Ну и теперь возьмем. Да, а я буду здесь на аэродроме сидеть и просиживать стулья. Значит, у Николая теперь новый штурман. Значит, да. Николай, давай покурим. Николай, давай покурим. Николай, давай покурим. Ничего, Федор Игнатьевич, мы еще покурим. Вот. Так.
свидетелей. Эту коробку раскурим тогда, когда соберемся опять все вместе. Николай, давай покурим, Николай. Николай, давай покурим. Нет. Еще 5 минут. Хоть бы еще день вместе. Нельзя. Нельзя. Нельзя, но... Ну что, но? Ну я тебя люблю, вот и все. Вот и все. Слушай, ребята остаются здесь. Я тебя оставляю на них. А ты лучше оставь меня на меня. Это ж будет верно. Сколько б не было в жизни разлук, в этот дом я привык приходить. Я теперь слишком старый твой друг, привычки своей изменить. Ну вот. Теперь, наверное, надолго. Пока ты будешь вот такая, как сейчас. Я отсюда выберусь. Ну, а когда тебе будет грустно по вечерам, ты вспоминай, что далеко-далеко от тебя, за 1000 верст, день в землянке вернувшись после полета, сидит один твой знакомый мужчина средних лет, сидит, смотрит вот на этот ключ, вспоминает тебя, очень скучает. Ты берешь его с собой? Угу. Я же не хочу, чтобы ты скакивал на каждый стук. Если постучат, значит, это не я. А я вернусь из стука и открою дверь своим ключом. Подожди. На счастье. Thank you.
Газета где? Там. Куда? Коля! Куда? Коля! Мою. Мне уж все равно. А вам? Оставь меня здесь. Тебе умирать не хочется? Нет. А жить под лицом захотел бы? Нет. Но я тоже не хочу. А может, лучше в лесу остаться? Не найдут, а? Все равно найдут. Собаки вынюхают. Ну, а здесь им хоть взять нас подороже обойдется. Миша. Мы останемся здесь. Ты возьмешь кассету, возьмешь документы. Что? Молчи. Возьмешь документы и попробуешь добраться. Что? Молчи. Я говорю, попробуешь добраться. Я не могу уйти от вас. Можешь. Коли. Никто, кроме нас, не фотографировал эти аэродромы. Я понимаю, но... Миша, долго будешь спорить, мы домой не успеем написать. А мы хотим написать. Это наше последнее желание. Хорошо, если меня тоже убьют по дороге. А если я живой приду? С какими я глазами приду? Очень плохо, если тебя убьют по дороге. Значит, дело не сделаешь. Ты здесь член экипажа, и все. Я не могу. А я тебя не прошу. Я приказываю. Понял? И ты должен дойти. Бери кассету. Сейчас продиктуешь, напишу. Ну, кому писать? Матери. А жена, нет? Послушай, ты которого года? 21-го. Фу ты чё. Летал, летал. И не думал, что ты такой молодой. Ну? Дорогая мама. Меня тяжело. Пишу тебе, это может быть последнее письмо.
товарищ майор. Зачеркните, можно. Товарищ майор, подчеркните до свидания. Подпишите. Все. Все по привычке. До свидания. Подпишите. Прощай. Лезь в окно, чтобы собакам след сбить. Ну, это за всех. Иди, я подам. Мне одной хватит. Иди и дойди. Пулемет сюда. Как вы думаете, товарищ майор, с какой стороны они подходить будут? А черт их знает. Подойдут, увидим. Не стоит, может быть, последние 5 минут о немцах думать. Давайте лучше о чем-нибудь другом подумаем. Когда кончится война, я вас обоих к себе в гости приглашу. Жена моя очень понравится. Она веселая. Я ее попрошу ради вас мое любимое платье надеть. Здесь такое так наглухо застегнутое, а здесь так кружева. В общем, очень красивое. Ну так как? Записали приглашение? Записали. Вот только я дня точно назначить не могу. День этот. Идут. Ну-ка, поудобнее стройтесь. Нам еще долго воевать придется. Может быть, целый час. Да, так я говорю, день этот и после назначить можно. Главное, заранее с друзьями договориться. А ключ от квартиры? Вот он. Так что... Все будет в порядке. Подожди стрелять. Пусть ближе подойдут. Совсем близко. Совсем близко. Thank you.
Ермолов, имея на борту самолет штурмана Соловьева, горстрелка Елисеева и фотокорреспондента Вайнштейна, вылетел на разведку и фотосъемку аэродромов противника. Никто из экипажа с выполнением боевого задания не вернулся. Надежды не теряем. Что это письмо? Ведь сейчас уже октябрь, значит, больше месяца. А? Да, да. Федор Игнатьевич, а это очень страшно. Не вернулся с боевого задания. Они же не теряют надежды. Мы же с тобой не должны терять. И потому, знаешь что? У настоящих мужчин есть хорошая привычка. Когда их очень ждут, они, в конце концов, всегда возвращаются. Что? А? Нет, 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 ничего, ничего. Фух. Четвертую ночь не сплю. Тяжело сейчас стало под Москвой. Выдержим, но тяжело. Знаешь что? Завтра мы отправляем в Казань поезд, эвакуируем жен летного состава. Уезжай ты. Незачем тебе сейчас оставаться в Москве. Николай приказал мне позаботиться о тебе. Завтра ты соберешь вещи, я пришлю машину, и ты уедешь. Никуда я не уеду. Ведь ваш строительный институт вчера выехал. Ну и тебе незачем сидеть без дела в Москве. Уезжай. Я найду, я найду. Да какое дело? Я не знаю. Я пойду работать на завод. Там нужно... Я найду себе. Вы не понимаете, что я никуда не уеду из Москвы. Никуда. августа майор Ермолов, имея на борту. Знаешь, я уже много раз читаю это письмо. Все стараюсь понять. Очень это страшно. А у меня вот даже этого нет. Просто пропал и все. Еще недавно нас с тобой учили, как строить дома. Хоть бы институт не уехал. Тоскливо. А ты знаешь, я так устаю с непривычки на заводе, что даже время как-то идет незаметно. От темноты до темноты. А ты не надумала? Нет. Не знаю. Мне как-то ко всему опустились руки. Я ничего не могу начинать, пока не знаю, что он жив или умер, или хоть что-нибудь. Знаешь, мы сегодня решили собраться, потанцевать. Так хочется хоть на минуту представить, что нет всего этого ужаса. Пойдем, а? Нет, ты знаешь, я сегодня ужасно устала. В следующий раз. Хорошо? Ну, хорошо. Тогда я возьму пластинки. Спасибо.
уезжай. Или начинай что-нибудь делать здесь, или уезжай, слышишь? А то сойдешь с ума. Мирович! Да. Москвина! Да. Степанова! Степанова! Иду, иду! Заснула! Бригада моя, быстрее садись, быстрее. Савельева. Я здесь. Ермолова. Ермолова. Ну где ж Ермолова-то? Вот у меня. Портянки сапоги подвернула? Подвернула. Ну и правильно. Окопы рыть самое, что ни на есть солдатская работа. А на солдатскую работу в солдатском обмундировании ехать надо. Ну, лезь в машину. Дементьева, Селезнева. Ну лезь, бабы, лезь, лезь. Вот стоим за Москву. Ну да что мы, хуже мужиков, что ли? Что с Колей? Когда это было? 29 августа. Ну? Пошли мы на разведку. И черт его знает, на аэродроме зенитка. Прямо в брюхо. Ну? Николай приказал прыгать. Мы прыгнули. Все? Что, прыгнули? Да. Да, все. Ветер был сильный. Нас разнесло в разные стороны. Пока добрался я один. Вот. Ну, а как ты? Ничего. Похудела. Миш, а что это у тебя с рукой? А, это когда Николай машину посадил на лес. Как посадил? Ты же сказал, что вы прыгнули. Ну да, так нет, прыгнули-то это мы в последний раз. А посадил это он раньше, давно. Значит, ты со сломанной рукой летал. Угу. Миша, не надо. Скажи мне всю правду, Мишенька. Мне нужно знать все. Миша, слышишь? Прости. Прости меня. Сели мы на лес у немцев. Стали нас нагонять с собаками. Деться некуда. Николай с двумя ранеными стал отбиваться. А мне приказал взять донесение, снимки аэродрома, письма женам и идти. Ну и я пошел. Он так решил. Ты же знаешь, какой он бывает, когда он что-нибудь решил. Знаю. Где письмо? Жди, вернусь. Николай. Документы я сдал в часть. А это тебе. Не надо. Вот он написал «вернусь». Я верю ему, а не тебе. Почему ты так легко поверил? Нет, ты скажи, ты почему так легко поверил? Просила сказать тебе правду. Я сказал. Я нелегко поверил. Мне легче было умереть.
ничего. Ух, и холодно же. А мы сейчас спляшем. Я же в штанах, я за кавалера, верно? Верно, Чижик. Верно. Ну, пошли. Большие запасы стояли. Он это иногда любил. Вот и правильный русский человек, значит. Ух ты! Ну, садитесь, девушки, садитесь, солдатки. Нет, я не знаю. Ну, взялись. Ух, и намерзли же мы за месяц. Зато если теперь солдатики Москвы не отобьют, то значит креста на них нет. Мы бабы... Какие им окопы вырыли, какие рвы. Им из наших бабьих окопов бегать, их мужская совесть не позволит. Поднести можно вина. Нельзя. Нет, я тоже водки не пью. Твой муж водку пьет? Пьет. Значит, и ты выпей. За солдатское житье водку надо пить. Я пью. Ух ты! Ну, чтоб вывернуть. Ну, давай веселый. Хорошая, хороша, плохо лишь одета, и кто замуж не берет девушку за это. Дай мне опять пластинки. А ты раздевайся, посидим. Да нет, не могу, я должна уйти. Ну, когда вернешься? Я сегодня, наверное, поздно. Ну, поздно. Очень поздно. Да-да. Вот опять танцевать пойду. Хочу. И пойду на всю ночь. Ну, что ты на меня смотришь? Пусть. И пусть Андрей пошлет меня к черту, если он вернется. Только он никогда не вернется. А мне плохо, понимаешь? Я хочу, чтобы было хоть немножко лучше. Девичник. Скучно, девичник. Лиза! Да, я.
Где Соня? Она, наверное, задержалась, она скоро придет. А может быть, у нее дежурство, я не знаю. Где? В институте? Так я пойду прямо туда. Нет! Она теперь в другом месте. Она работает. Где? Я не знаю, где-то там далеко, с вокзала. Пойдем ко мне, погреешься немножко. Хоть у меня тоже холодно, но все-таки удобно. Идем. Идем. Ну, Лиза, а что слышат, Николай? Он пропал. Уже 5 месяцев, ничего. Говорят, что он... Но я не верю. И не верь. Вот я же вернулся. Не верь, Лиза. Ну, а Соня? Как она тут без меня живет? Да ничего живет, ничего. А тебя здесь считали погибшим. Здесь? Что здесь? Я сам тебя считал погибшим. 3 месяца уже. А Соня? Она считала, что я погиб? Или тоже верила, что вернулся? Не знаю. Ты знаешь, мы с ней как-то давно уж не говорили об этом. Ты мне что-то хотела сказать? Нет, ничего. Вот здесь сухарики. В Москве последнее время стало неважно с едой. Но это ничего, об этом как-то забываешь. Куда ты? Там стукнула дверь. Зачем ты мне лжешь? Я же все понял по твоим глазам. Что ты не лги. Совсем не надежу в свет. Я как дурак верил на этот стук. И ты знаешь, что не придет она сегодня. Да. Все вы знаете и скрываете. Мы там, а вы тут. Не смей! Не смей, слышишь? Говори с ней как хочешь. Со мной не смей и с другими не смей. Через
Придет. Давай, 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 мало, мало, давай еще. Да, когда-то здесь собиралось людей больше, чем сейчас. Гораздо больше. Полгода. А? Ты что, сам вспомнил или Лиза сказал? Лиза? Что ты? Она же верит, что он жив и слышать не хочет, когда кто-нибудь говорит, что это не так. Неправильно делает, что слышит. Почему? Если ей легче, когда она верит, что он жив. Пускай верит. Я сам был бы рад верить. Может, подождем весь? Конечно, подождем. Но этот тост выпьем без них. А это я не ей. Это ему. Сегодня с ним щелкнуться хочу. Завтра улетаю, черт знает, что еще будет. Ты не сердись, Коля, что мы на поминках не плачем. Сам не любил слез. Ну, друзьям, чтобы дольше помнилось, жене, чтобы легче забылось. Все поверили. Уже похоронить спешите. Лиза! Уходите все отсюда. Или нет? Сидите, пейте, храните. Очень некрасиво. Вот что я вам скажу. Лиза, я завтра улетаю. Ты что, Лиза, хочешь, чтобы я ушел? Нет. Почему ты не остался с ним? Хорошо, понимаешь? Да, нехорошо, Миша. А сегодня ровно полгода. Я знаю. Полгода. А он вот здесь и никуда не уходит. Понимаешь? И пусть не уходит. Я недавно прочитала стихи, там написано: позабудешь, скажет, не любила. Не забудешь, скажет, притворилась. Это про меня и про вас. Ты что, опять уезжаешь? Да нет, некоторое время мне трудно будет. И редактор, учитывая мою инвалидность, сказал: Вайнштейн, ты теперь будешь только летать. Как будто я могу снимать войну, не вылезая из кабины. Чудак. В общем, лечу на северо-западный. Слушай, у меня есть письмо. Я уже давно приготовила. Ты возьми его и передай. Кому? Николаю. Лиза? Да, да. Хорошо. Может быть. Слава Богу. Но почему ты думаешь, что он именно там? Там. Но даже если он там. Он там. Возьмешь. Лиза. А? Ты что, действительно веришь, что он непременно жив? Да. Я не вернусь. Ты тоже не веришь.
послала тебе письмо. Ты мне ответишь, да? Ну, ответь же мне хоть что-нибудь. Хоть раз. Ну, а то я сойду с ума. Слышишь? Я сойду с ума. Я не могу больше выдумывать все слова за тебя. Ну, скажу же хоть одно слово, ты сам. Николай Васильевич. Мамочка. Неразговорчивый. Ничего о себе не расскажете. Как в Москве жили? Давно это было. Вот ключ от квартиры. До сих пор вожу с собой. Все попасть, думаю. Ты как думаешь, Паша? Попадаю туда? Конечно. Нет. Неразговорчивый. Дети у вас, наверное, в Москве остались. Скучаете по ним? Скучаю. Но не по ним. Что, все молоком тебя внучка отпаивает, Николай Васильевич? Так. Значит, с темнотой рвем мост. Да. Как думаешь, Николай Васильевич, взорвем? Утром все решили? Все. Может, не все? Нет, кажется, все. Ну, тогда я посплю. Упорный ты человек, Николай Васильевич. Упорный. Слушай, Петр Иванович, есть у меня к тебе один очень важный вопрос. А когда ты, наконец, сидеть начнешь, а? Никогда. А ты-то вот уж начал. Когда мы тебя из могилы отрыли? Все, молчал, как каменный. Вот сейчас только отходить стал. В том месяце улыбнулся один раз, в этом два, а седина во всю голову. Скучаешь, что ли, Николай Васильевич? Иногда. Ты крылатая песня, лети с ветром бурь. Светом мне в бой уходить.
ведь скоро с победой вернусь. Начался навек навсегда. Ты крылатая песня слетать с ветром буйным в родные края. Ждет ли парня, как прежде узнать? Я подруга моя. Что, Миша, ничего нет? Пока нет. Ты куда? Ты же хотел посидеть. Федор Игнатьевич, хоть бы вы его поругали. Совсем меня забыл, целый месяц пропадал, а сейчас опять уходит. Разве друзья так делают? Да нет, просто меня теперь перевели на разрядку не взорвавшихся бомб. Ну, а немцы в последнее время все чаще и чаще стали делать. Нет, просто ты плохой друг. Ничего-ничего. По дороге я ему нотации прочитаю. Ну, прощай. Почему прощай? Да нет, это к слову. До свидания, прощай. В общем, прощай. Ты что в самом деле думаешь, если она не в принципности и жить? Можно плевать, забыть и не ходить. Отстань. Постой. Ты Николаю друг был или нет? Друг. Вот потому что друг, потому и ходить сюда бросил. Сегодня не нужно было приходить. Это почему? Потому... сюда. Смотрю на нее и завидую Николаю. И мертвому все равно завидую. Ей это, конечно, и в голову не приходит. И не должно приходить. Понял теперь, почему? В основном, да. Где упала? Есть. Сейчас выйдут. Поставьте дежурных. Уберите людей. Быстро! Или нет?
хотелось, чтобы сейчас именно ты была со мной. Меня здесь не было. Я знаю. Оля пришел. Надо, чтобы все были такими, как ты, верными, стойкими. Это ведь как в бою. Ты есть любовь. Оля вот так же. Никого рядом. Никого. Почему вы не вызвали меня раньше? Он не хотел тебя. Он был еще жив. Тебя хотел видеть. Я его так люблю. Я его так люблю. Да, люблю. И всегда любила. Ты ему сломала жизнь. И себе. Как страшно. И как ничего нельзя поправить. Слушай, капитан Васильевич. Да. Там до нас один человечек явился. Из Колывановского отряда через лес с проводником пробрался. Из Колывановского? Из Колывановского, брат. А чему надо? Снимать ему надо. Что с ним? Из газеты. Меня уж снял. Быстро пришли. Вон в кожаном. Черноватый. Слушай, пец, давай его сюда. Сейчас. Эй, из газеты! Давай к начальнику штаба моему. Здравствуйте. Я из газеты. Фотокорреспондент Вайнштейн. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел с вами поговорить, кого снимать, что можно, что нельзя. Что же вам снимать? Меня уж снимать. Вас? Да. Где я вас снимал? Ну вот в Монголии на горе Хамар-Таба. И ляньте в лесу. На Суми Сальме. В Москве. На Малой Бронной. Мишка. Николай. Сколько раз снимал и до сих пор не сделал ни одной карточки. Thank you.
Миша. Хорошо. Как же? Я дошел. А ты как? Я. Да. Воскрес из мертвых. А ребята? Нет. Ты что, Миша? Я. Ты чего? Нет, я ничего. Я, собственно, я тебя искал. Как всегда врешь, Мичка. Нет, Коля, на этот раз нет. Вот, от Лизы. От Лизы? Начальник штаба партизанского отряда, товарищ Е. За чтением письма от своей жены, товарищ Л, доставленным собственным корреспондентом, товарищ В. Это будет прекрасный снимок. Вы хотите покушать? А? Очень хочу кушать. Я этим и знаменит в кругу своих друзей. Ищи, и так, каша. Не перечисляйте. Несите все. Все несите! Стойте! А ну-ка, оденьте-ка. Так. А зачем вы? У меня свой есть. Ничего. Пока с моим. Так. Да откуда она узнала, что я здесь, что я жив? А я знаю. Спроси у нее. Она дала мне это письмо, когда узнала, что я лечу к партизану. Как будто я везу его на московский почтамт. Я ничего не понимаю. Слушай, Коля, у тебя жена сумасшедшая. Когда ты вернешься, ты должен 3 часа стоять перед ней на коленях и целовать ей руки. Вот какая у тебя жена. Ну как там, Москва? Все живы? Более-менее все. Костеньки, кушай. Подожди. Слушай, Коля, дай мне сначала поесть. Ты не можешь себе представить, какой я голодный. Пойдем вместе. Иди, я сейчас приду. Ну, пойдем. Иди к черту. Коля, скажи еще, пошел вон дурак. Ты мне надоел, старый хрыч. Николай, давай покурим. Товарищ. Просто Миша. Сейчас поем и сниму вас еще раз. Да нет. Вы его будете. Уже снял. А вы мне на память фотографию сделаете? Хорошо. Вот сейчас поем. Скажу ей, Лиза, все в порядке. Вот письмо начальника партизанского отряда товарища Е. Ермолов Николай. Николай Ермолов. Коля. Только я опять пришел один. Ты же знаешь его характер. Он сказал, скажи ей, что здесь тоже война, и планы надо иметь. Он вернется. Он обязательно вернется, Лиза.
Товарищ, письмо. Федор Игнатьевич, это же почти невозможно. Ведь он был всегда такой живой. Неужели это правда? Правда. Будь она проклята, это правда. Ух, как я их ненавижу. Слава Богу, теперь мне дали полк, и сегодня еду. А то уж не было сил сидеть, отправлять товарищей, а самому ждать, Все тяжелее груз наследства, все уже круг твоих друзей. Осиротел совсем. Ничего, Федор Игнатьевич, ничего. Вот Коля еще вернется, и мы будем опять все вместе. Почти. Thank you.
Далеко наши успели? Далеко. Уходи, пожалуйста. Ничего, еще 5 минут уйдем. Уходи, Николай Васильевич. Ничего, ничего, Паша. Еще хоть 5 их. Еще хоть 5, и сейчас уйдем. Уходи! Уходи, слышишь? Слушай, капсель. Ну, ну уходи же! Так, значит, прощай завод, прощай тетя Маша. Дашь форму выбрать. Да, ведь там же военное строительство. Значит, опять по-прежнему дел ходишь? Угу. Вы знаете, тетя Маша, вот когда я училась в институте, мне все хотелось как-то строить не так, по-новому. А вот сейчас, когда я смотрю на разбитые дома, мне хочется назло немцам построить все именно так, как было. Точно так, как было. Вот. Правильно, Лизонька. Только уезжаешь, что больно вдруг. Нет, не вдруг. Я давно так задумала. Как будет год. А сегодня ровно год как он. Неужели год? Как время-то быстро летит. Нет, медленно. Так медленно, как никогда. Сколько бы он мог сделать за это время? Ведь он же очень хороший летчик. Вот. Федор Игнатьевич пишет с фронта. Он сейчас на юге. Когда я читаю, как они летают, как бомбят немцев, мне кажется, что Коля жив. Что он с ними. Ну ладно, завтра на вокзал с тобой поеду. Писать-то хоть будешь? Ну, конечно. Кому же мне еще писать, тетя Маша? Вы же здесь у меня одна. Тетя Маша, а я все-таки буду ждать. Вот в этом мы последний раз ездили на дачу. На дачу. Солнышко.
этом мы последний раз сходили в театр. Ну что ж тогда шло? Ты тогда еще купил мне розы, одну приколол. Все. А это? А куда же я его последний раз одевал? Мы еще куда-то ехали в машине. Вот куда? Ты не помнишь, куда мы ездили? Ну, вспомни. Подожди. Сейчас я сама вспомню. Ах, все равно, куда мы ездили. Это было так давно. Я теперь слишком старый твой друг, чтоб привычки своей изменить. Если я из далеких краев